Господи, Дух Святой, так нуждаемся в Тебе. Прикасайся сегодня к каждому сердцу, каждой жизни. Делай то, что Ты хочешь. Ты Царь на этом месте. Здесь Твой престол. Господь, мы стоим перед Твоим лицом и говорим: наполни, покрой, освети, очисти. Иисус, только одно даю тебе.
Давайте поднимем руки и споем Господу эти слова. Святой, все вместе, Церковь живого Бога прославляет Тебя, Святого Бога, Великого, Всемогущего, Живого. Аллилуйя! Провозглашаем, что Ты Бог нашей жизни, и Ты всемогущий Бог. Для Тебя нет ничего невозможного. Ты Бог чудес. Аллилуйя! Ты наш Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Иисус, Ты наш Бог. И мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы возвеличиваем Твое имя. Да святится имя Твое! Да святится имя Твое! Да святится имя Твое! О, всемогущий! Святой! Вездесущий! Великий! Тебе слава! Нет подобного, нет другого Бога, ни на небе, ни на земле. Аллилуйя. Мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, Господь. Будь возвеличен на своем троне. Будь прославлен на своем высоком престоле. Будь выше всех нашей жизни. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Ты первый и последний. Ты Альфа и Омега. Ты начало и конец. Ты пастырь добрый. Ты путь, истина и жизнь. Ты свет миру, о Бог, Господь наш, скала наша, спасение наше, упование наше. Скажи прямо сейчас что-нибудь Иисусу Христу, кто Он для тебя, провозглашай своими устами. Он мой целитель, Он мой восстановитель, Он мой искупитель, Он свет мой, Он жизнь моя, Он источник. Всего самого лучшего. Провозглашай своими устами. Говори, кто для тебя Иисус? Кто для тебя Иисус? О, Иисус, Ты мой Бог. Ты мой Царь. Ты мой Господь. Аллилуйя, Ты мой пастырь. Аллилуйя. Ты все для меня. Ты живая вода. Ты хлеб жизни. Аллилуйя. Ты воскресение и жизнь. Ты целитель мой. О, Ты освободитель мой. Ты вырвал меня из ада. О, Ты воскресил меня. Ты освободил меня. Ты разрушил цепи. Аллилуйя. Ты дал нам всем свободу. И мы свободны. Мы свободны.
мы спасены, мы искуплены, мы прощены во веки веков, искуплены Господом, искуплены Господом. Прославляй сейчас, поклоняйся, о, превозноси Его имя. Ты победил смерть, ты победил ад. Аллилуйя. Аллилуйя. У тебя ключи. Аллилуйя. У тебя ключи Давида. И то, что ты открываешь, никто уже не закроет. Ты открыл двери к спасению, к исцелению, к спасению нашей семьи, к восстановлению нашей жизни, к благословению. И уже никто не закроет. Уже никто не закроет. Двери открыты. Двери открыты. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь, всемогущий, великий, славный, чудесный, потрясающий, ошеломляющий, любящий, драгоценный, славный, долготерпеливый, много-много милостивый, сущий, сущий, ходящий посреди золотых светильников, держащий всю вселенную в своих руках. Тебе вся слава. Тебе поклонение, Тебе величие. Ты выше всего, Ты выше проблем, Ты выше обстоятельств, Ты выше болезней. Имя Твое выше всего. Иисус, перед именем Твоим преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, всякий бес и демон прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа мы все вместе повелеваем Тебе преклонить колени и убраться прочь из нашей жизни. Иисус, освободитель наш! Иисус, целитель наш! Иисус, Бог наш! Аллилуйя! 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 Отец Небесный, и я молюсь во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, за каждого человека на этом месте, за этих замечательных людей, за каждого, драгоценный Дух Святой. Я молюсь о том, чтобы прямо сейчас Ты наполнил каждое сердце, наполнил каждую душу, исцелил больных, освободил зависимых. Пусть Твое помазание прямо сейчас исцелит душевные раны, уничтожит всякие дела дьявола во имя Иисуса. Пусть из Твоего присутствия, Господь, выйдет помазание, обнаружит дела дьявола и уничтожит эти дела дьявола. Пусть всякий бес на этом месте будет уничтожен и изгнан прочь властью и силой Иисуса Христа. Аллилуйя. Благослови каждого человека. Благослови Дух Святой. Наполни славой Своей. Наполни славой Своей. Шекиной Своей. Шекиной Своей.
пусть от Твоего присутствия прямо сейчас растают все горы. Горы греха, горы болезней, горы неудач. Пусть от Твоего присутствия сейчас распадется всякое ярмо на этом месте в жизни людей. Во имя Иисуса Христа всякие цепи, всякие кандалы могущественным именем Иисуса Христа да будут разрушены властью Иисуса. Аллилуйя! О, Иисус, измени наши жизни. Аллилуйя! Во имя Иисуса. Да будет разрушено всякое проклятие на этом месте. Во имя Иисуса. Дух Святой, мы ожидаем Твоей славы. Мы ожидаем Твоей силы. Прикоснись сейчас. Скажи тихонечко, Дух Святой, прикоснись. Тихонечко скажи сам. Скажи Духу Святому, прикоснись ко мне. Наполни меня. Наполни душу мою. Наполни сердце мое. Наполни мысли мои. Прикоснись к моему телу, драгоценный Святой Дух. Пусть Твой елей прямо сейчас течет. Пусть Твой елей течет в каждое сердце. Елей с престола благодати. Пусть стекает сейчас. Пусть это масло течет. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Двигайся, Господь. Тихонечко. Сконцентрируйся сейчас на Господе, на Духе Святом, который здесь. Во имя Иисуса. Прикоснись. Прикоснись, Господь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Наполни. Там, где печаль, пусть придет радость. Там, где унылый дух, пусть придет радость. Там, где горечь и боль, пусть придет сейчас радость от Духа Твоего. Пусть мир придет, шалом, спокойствие. Дух Святой, наполни. Наполни сейчас каждого. Я молюсь за каждого. Прикоснись. Прикоснись. Прикоснись, Господь. Во имя Иисуса. Прикоснись. Дух Святой. Приди в силу. Если в твоем теле есть болезнь, положи руку на себя и скажи, Дух Святой, исцели. Я молюсь сейчас за каждого человека. Пусть придет исцеление от макушки головы до подошв ног. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Аллилуйя. Зрение, слух, пусть прямо сейчас придет полное исцеление. Прямо сейчас. Исцеление от гайморита во имя Иисуса прими от Духа Святого прикосновения. Да уйдут всякие боли головные во имя Иисуса. Дух Святой, наполни теплом своим прямо сейчас. Прикоснись. Прикоснись, Господь. Иисуса.
вырви шипы из души. Прямо сейчас, как будто в душе твоей какие-то шипы дьявол заколотил. Дух Святой прямо сейчас вырывает это. И приходит помазание там, где была рана. Помазание. Елей. Исцеление души. Все боли душевные. Боль отвержения. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прикоснись. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Здесь человек, который сильно себя осуждает. Что-то вы сделали не так. И вам стыдно даже глаза к небу поднять. Дух Святой обращается к тебе и говорит: нет ныне никакого осуждения к тем, кто во Христе Иисусе. Кровь Христа сильнее любого греха. Прими прямо сейчас прощение. Сейчас время попросить прощения Господа. Скажи: Господь, прости меня. Измени меня. Сердце чистое сотвори во мне. И дух правый обнови. Сделай меня другим человеком. Новым человеком. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Пусть кровь Христа сейчас очистит каждого на этом месте. Во имя Иисуса. Кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса. Кровь Иисуса. Против всякого врага. Против всякого беса и демона. Против всякой демонизации. Против всякого нечистого духа. Кровь Иисуса Христа. Я связываю всякую нечистую силу на этом месте. Всякий контролирующий дух, всякому бесу контроля я повелеваю браться прочь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Всякий дух депрессии прочь во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Злой дух, тебе нет места здесь. Я говорю: где Дух Господень, там свобода. Во имя Иисуса. Где Дух Господень, там свобода. Свобода от всякого проклятия. Свобода от всякого колдовства. Свобода от всякого оккультизма. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Прям вижу, как цепи рушатся. Всякие цепи. Всякий религиозный дух. Властью Иисуса да будет разрушено это место. Во имя Иисуса. Кровью Агнца. Аллилуйя. Шигаребо сонто рага деле сенде гестус. Эрделаво шондо багая. Аллилуйя. Пусть помазание Твое придет. Пусть сила Твоя наполнит каждого человека. Я провозглашаю крепость во имя Иисуса. Прямо сейчас приходит крепость в ноги, в руки во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть будут открыты небеса прямо сейчас на этом месте. Пусть Твоя благодать изливается. Скажи: я принимаю. Я принимаю. Я верой вхожу в это. Я вхожу в благословение во имя Иисуса. Я вхожу в свободу. Я выхожу из темницы. Аллилуйя. 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 О, аллилуйя. О, Иисус. Мы выходим на свободу. Аллилуйя. О, Дух Господень на этом месте. И Он помазал нас благовествовать нищих, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, благовествовать лето Господне благоприятное. Аллилуйя. Дух Господа Бога на этом месте. На тебе Дух Господа Бога. Аллилуйя. Господь, воздаем тебе славу, воздаем тебе честь, воздаем тебе хвалу. О, за свободу во Христе. Аллилуйя. Дай Богу аплодисменты.
Дай Богу сильную славу. Аллилуйя, прославь Его. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Шенгарабо Соло Году Лагадана. Нет колдовства в Израиле. Нет ворожбы в Иакове. Народ Божий благословен. Народ Божий благословен. Наши семьи благословлены. Наши дети помазаны. Наш дом служит Господу. Ранами Иисуса мы исцелены. Мы в голове, а не в хвосте. У нас великое будущее. Мы идем в небеса. Нас ждет земля обетованная. Все проблемы временные. Все пройдет. И у нас все будет хорошо. Аллилуйя. Все будет хорошо. Иисус, это тебе. Мы знаем свое будущее. Мы знаем свое будущее. Твои планы, твои намерения во благо, а не во зло. Поэтому у нас все получится. Исповедуй это своими устами. Аллилуйя! Это тебе, Иисус. Тебе аплодисменты. Одни аплодисменты. Иисус! Да будут разрушены все цепи! Да будут наши близкие и родственники спасены! Да будем мы всегда в голове, а не в хвосте! Мы даем и не берем взаймы! Наши житницы и кладовые благословлены! Ты благословен на входе и на выходе. Тебе слава, Господь. Тебе аплодисменты. Тебе слава. Тебе аплодисменты. Тебе слава. Тебе аплодисменты. Тебе честь, хвала и благодарение. Тебе, Царь царей, Господь всех господствующих, Бог, Иисус! Победа! Победа! Торжество Иисуса Христа в нашей жизни! Закричи! Свободен, закричи это! Помазание очень сильное на этом месте. Оно разбирается прямо сейчас со всеми бесами на этом месте. Помазание Святого Духа имеет миссию найти врага, обнаружить врага и уничтожить прямо сейчас. Да будут аннулированы всякие диагнозы врачей. Во имя Иисуса, Сына Божьего, умершего и воскресшего, живущего во веки веков. Иисус, твой диагноз, ранами твоими мы исцелены.
Аллилуйя! Аллилуйя! И пусть помазание Твое продолжает действовать. Пусть сила Твоя будет еще больше на этом месте. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Кровь Христа на этом месте. Кровь Сына Божия. Кровь Искупителя. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Помазание здесь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я чувствую сильное присутствие Духа Святого. Что делать? Что делать? Нужно воздавать Ему славу! На небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.